Лучше Вера Петровна. Дорогие коллеги, мне очень приятно, что наш праздник ежегодный, вот этот день, Общероссийский день библиотек, он с каждым годом становится, мне кажется, интереснее и интереснее, потому что появляются и новые фильмы о нас, мы сами себе эти фильмы снимаем. Выходят книги по истории нашей библиотеки. И все это очень значимо в том смысле, что, значит, есть о чем говорить. И история наша продолжается, и будет продолжаться, и мы будем вписывать новые страницы в историю библиотеки крупнейшего вуза нашего города, технического университета. Очень значимо, что к нам на мероприятие приходят руководители такого ранга, как ректор нашего вуза. Далеко не в каждой библиотеке на Общероссийский день библиотек все-таки в своем графике, я знаю, Сергей Михайлович очень занят, и в своем графике найти несколько минут для того, чтобы посетить библиотеку в такой замечательный день. Это, конечно, за это, я считаю, тоже нужно поблагодарить наше руководство. Ну, помимо того, конечно, что они поздравили нас, и я надеюсь, действительно, этот зал приобретет вид конференц-зала. И когда мы в ноябре месяце с вами будем проводить конференцию нашу, то здесь уже действительно будет все приспособлено и для видеоконференции, в чем нам поможет Александр Иванович. И, естественно, здесь мы будем принимать гостей из других уголков нашей страны. И будет не стыдно абсолютно вузу, нам с вами здесь проводить такие крупные мероприятия для того, чтобы и повышать свой профессиональный уровень, и продолжать, так сказать, работу, совершенствовать свою работу в дальнейшем. И я хочу сейчас перейти к такой очень приятной обязанности. Я хотела бы сказать, что я уже немножко вот перед этим говорила о том, что поколение, история ее делают поколение сотрудников библиотеки. И сегодня нужно сказать, что наши сотрудники старшего поколения, они передают свой опыт молодым, кто приходит. Интересно, вот вырисовывается картина. Допустим, 4 человека у нас, это, можно сказать, я скажу такое слово, аксакалы, то есть они работали, вот Серафима Ивановна Караванцева у нас работает 51 год. Более 40 лет в библиотеке работает курс Галина Валентиновна. Маргарита Алексеевна. Это люди, которые более 40 лет отработали в стенах университетской библиотеки. И за это им огромное спасибо, потому что они свой богатый опыт передали следующему поколению. Это люди, которые здесь работают уже более 30 лет. Это тоже плеяда достаточно интересных сотрудников нашей библиотеки. Брагина Галина Борисовна. Прима Татьяна Владимировна, Ромеевна Татьяна Игоревна, Саберова Альбина Сергеевна, Саватка Татьяна Ивановна и Коронжи Вера Петровна. Следующее. И уже 2 поколения вот перечисленных мною сотрудников, они передают свой опыт следующему, более молодому, кто более молодой относительно, наверное, уже 20 лет люди отработали в библиотеке. Давыдова Татьяна Юрьевна. Коженникова Татьяна Вячеславовна. Непосредственно уже как раз работа со стороны нашей администрации университета чувствуется в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек.
за добросовестный многолетний труд, активное участие в подготовке библиотеки к аттестации вуза, за работу по обеспечению учебного процесса, литературы и участие в проведении массовых мероприятий награждаются премией в размере 1000 рублей следующие сотрудники нашей библиотеки. Брылева Людмила Викторовна, за активную работу Давыдова Татьяна Юрьевна, за многолетнюю работу по созданию электронного каталога. Нет, я не сказал, извините меня ради Бога. Простите, пожалуйста. Дорогие коллеги, вы получите эти награды в зарплату. Простите, я не досмотрела. Диулина Ирина Константиновна. Работу с картотекой периодики. Евстигнеева Людмила Степановна, за свои недели работы с новой версией марки «Скрили 1.14». Князев Андрей Сергеевич, к сожалению, за разработку методического фильма, акты по списанию литературы, работу по созданию кейса для первого курса ИКПХ. Коптилова Татьяна Алексеевна, за активную работу по формированию фонда библиотеки. Кузина Татьяна Петровна, за работу с фондом редкой ценной книги, активную его пропаганду. Евгения Николаевна, за активное участие в проведении конференции и создание сборника материалов этого форума. Агитина Любовь Николаевна, за работу Центра культуры чтения, участие в массовых мероприятиях библиотеки и вуза. Ирина Татьяна Владимировна, за инновационный подход к учету библиотечных документов. Раленко Татьяна Игоревна, за большую организационную работу, проводимую в библиотеке 6-го корпуса по обслуживанию читателей. Это массовые выставки. Сиротина Нина Николаевна, за пропаганду фондов научной литературы библиотеки, выставочная работа. Сурцева Оксана Николаевна, за организацию пропаганду фонда художественной литературы, за внедрение, за участие в создании буклета 1, 2 и 3, это наша газета, и за введение электронной выдачи. То есть за это я... Талызина Елена Юрьевна, за создание своего дистанционного курса основ информационной культуры. Очень большой вклад сделан, потому что мы сейчас по-новому проводим занятия. Филиппова Евгения Федоровна, замдиректор, за оперативное и грамотное проведение работы с документацией в период лицензирования и аккредитации вуза. Наконец, Хромова Ольга Борисовна, за работу с фондом по подготовке фонда к электронной выдаче. Большое спасибо вам, коллеги, за активную работу. И я надеюсь, что в дальнейшем работа будет наша продолжаться также на высоком уровне. И мы сможем в следующем году, встречаясь в этой аудитории, тоже рапортовать о больших достижениях в нашей работе. И мне еще хотелось вот в завершение вручить небольшой букет нашему сотруднику, это Марина Геннадьевна Соболевская, которая прикладывает огромные усилия для того, чтобы мы могли с вами чем-то писать и на чем-то писать. То есть это наш хозяйственный бог практически. Позвольте, я ей вручу вот этот небольшой букет. Большое вам спасибо за вашу работу.